вот вы должны писать такой свой портрет, в котором отразить свои духовные качества с сочетанием внешних качеств, чтобы действительно иметь полное представление о себе, каков ты есть. Всем понятно? Пишите. Я тебя сейчас поставлю и выставлю. Обыкновенный класс, обычные дети. Ничего особенного, не правда ли? Теперь представьте себе, это было 10 лет назад. Больше месяца мы провели тогда с этими ребятами, в их классе. Но, оглядываясь теперь назад, мы вспоминаем именно этот урок. Сочинение на тему «Мой портрет». Я увидел свой портрет первый раз. Мое лицо и выражает радость, и в то же время негодование. Ну, что-то не хочешь, Гений, прочитать, ты опусти, если тебя что-то смущает уж очень. Гений, побыстрее. Характер у меня не важен, да и сдержанности у меня нет. Я больше всего люблю хоккей, и мой любимый игрок Анатолий Фирс. Так. Дальше. Я очень не люблю делать уроки. Меня все время заставляют их делать из-под плав. На стиль обращайте внимание, слушайте. Я всегда борюсь за правду. Мне 13 лет. Я часто выражаю свои мысли вслух, что не нравится учителям. Зубы у меня прямые, поэтому потому что я их всегда чищу пастой. Так. Рост у меня средний. Средний. Так, тихо. Я могу делать все хорошо. Могу быть внимательной, чуткой ко всем. Но это зависит от того, какое у меня настроение. Все плохое по отношению к людям вызывает во мне большую неприязнь. Я не уважаю людей, которые не чувствуют того, что перешли все границы. Людей, которые неизвестно чем надуты и скрывают свою пустоту за нарядами и названиями книг, которые они прочли, но не поняли. Дальше. Я ужасный лентяй. Иногда не делаю домашние задания, которые задаются каждый день. Придя из школы, я иду играть в хоккей. Играю в хоккей до вечера. Придя утром в школу, я делаю домашние задания. То есть не делай, а что списывай, очевидно. Вот именно. Вот, так что точнее надо было. Предпочитаю не вступать в разногласия с учителями, так как на опыте других ребят и своем, в частности, убедился, что это до хорошего не доведет. У меня длинный нос и лопоухие уши, которыми я умею даже шевелить. Ресницы длинные, как у коровы, да. Это ты бы сказала, да? Волосы тоже. Но у меня красивые голубые глаза, и этим я горжусь. Так. Все. На стене висит мой портрет. Я его вижу в первый раз. Лицо на портрете выражает радость. Но оно напоминает лицо Гоши Жихарева. Волоса спускаются до глаз, и их почти не видно. Но это хорошо, потому что у Гоши Жихарева не видно было глаз. По этому лицу можно сказать, что этот человек внутренне немного злой и недружелюбный, как Гоша. Мои идеалы – ковбои, у которых не видно из-за широких полей шляпы лица. У меня начинает воспитываться злость, как у ковбоя, которому надо отомстить за оскорбление. Внутренне во мне чувствуется лентяй, и это точно, потому что плохо учусь. Но и на этом я заканчиваю свой рассказ. Так, Игорь, скажи нам, кто такой Гоша Жихарев? У меня начинает воспитываться злость. Надо отомстить за оскорбление. Тогда никто всерьез не воспринял вызывающую откровенность этого мальчика. Никто не знал, что незадолго до этого из семьи Игоря Матвеева ушел отец. Человек, которого он уважал, любил, и которого теперь навсегда вычеркнул из жизни. Мы тоже узнали об этом только спустя 10 лет. Приготовьтесь к следующему уроку. Побыстрее, пожалуйста.
Впрочем, мы вообще ничего не знали о ребятах все это время. Пока однажды не появилась мысль, а что если поехать в Ленинград, снова собрать тот самый 7-й А-класс? Особенного взлета никто из них не совершил. Никто не стал полярником, космонавтом. Никто не сделал мирового открытия. И, похоже, жизнь еще не предложила им серьезных испытаний. В сущности, они только вступили в самостоятельную жизнь. Коля Субботин. Окончил техникум и работает в опытном производстве научно-исследовательского института. Вера Толкачева. Пошла по торговой части. Женя Бобышев. Работает таксистом и заочно учится в институте. Катя Гусева. Литературный сотрудник газеты «Ленинские искры». Гена Мастеров. После ПТУ и армии стал квалифицированным наладчиком. Прошло 10 лет с того дня, как я впервые в жизни написал подобное сочинение «Мой портрет». Ну, по характеру я мало изменился, но если только внешне, отрастил усы, как в скобках. Работаю потихоньку. В общем-то, по-моему, со мной никаких изменений не произошло. Возможно, я стал немножко покладистым, не так озорничаю, как раньше, на уроках. Ну, вот и все. Но манеры, правда, у тебя остались те же самые. Тройка такая жидкая, что делать, как всегда. Прежде всего, я, наверное, выросла. Не знаю, как в отношении ума, но поросла точно. Чего бы я хотела занять у Кати Гусевой 7-го класса, это, наверное, откровенности. Сейчас сидишь и думаешь, о чем стоит написать, о чем не стоит. А тогда все было ясно, оценки были вернее. Больше я не успела, я только начала, разошлась. Да. Ну что ж, садись, симпатично. Так, Женя, пожалуйста. Мне в сразу давай, же. Давай, коротко слушаем. Искать ставлю лаконично. Мой портрет 25 лет, да? Рост повыше того, что был до того. Волосы все те же, глаза и так далее, все осталось почти таким же, как было много-много-много лет назад. Ну что еще можно сказать о своей внешности, если она сама говорит за себя? Возмужала. Это точно. Мой портрет через 10 с лишним лет. Игра не получалась, хотя все старались и шутили. Ребята, а все-таки как так получилось с Матвеевым? Не знаете? Ну, а почему вы сегодня, Игорь Матвеевич? Ничего не знаю. Ничего не знаете? Знаю. Почему ему дали 9 лет, да? Ну, за убийство человека. Мало даже, да. В состоянии опьянения другим товарищам ворвались в квартиру и выбросили человека в лестничную клетку в драке, который разбился и погиб. Ну, таким образом он получил 9 лет. Как же так могло бы получиться? А? Ну, кто посмотрите, вы же все видели, что он начал пить с маленького. Потом больше стал. Вообще его из милиции не... Прописался на 25-м отделении милиции. Драки учинял.
Он не работал, он стал тунеядцем, стал пьяницей. Вот ты видел, ты как-нибудь попробовал ему помочь? Ведь ты тоже был безалаберной, в общем-то, личность, но, однако, пошел в техникум, ты его кончил, ты работал. Ты видел его падение, почему ты его никак не остановил? Вот ты что-нибудь сделал? Коля? Лично нет. А почему? Вот вы скажите, кто из нас серьезно тогда относился, задумался, что он дальше будет, что он делал, да? Никто. Лично я об этом не задумывался, да и все остальные из нашей компании. Так, думали, что пройдет. В этом я уверен. Когда он начал петь, это уже поздно. Но вот в тот период, когда мы с ним учились, он совершенно как будто был чужим человеком в классе. Какая? Тогда он не делал, не бросил. Ну нет, тогда его уже отпустили, понимаешь? Он совершенно не понял, я помню, как конечно, очень жаль, что вот среди все, в общем-то, вы вышли в люди и трудитесь в разных местах, приносите пользу, так посмотрим, а все-таки этот человек оказался потерянным и, безусловно, конечно, виноваты где-то мы с вами здесь все вместе. Не заметили. Но человек 25 лет, его практически не существует уже человека для нашей Родины, для полезного человека, сами понимаете. Чему вы здесь пустили? Давайте потом можно встретиться с ним, поговорить, если у вас есть желание. Есть такое? Да. Есть желание, да? Ну хорошо, давайте подумаем. Тогда с органами внутренних дел переговорим. И подумаем, как это сделать. И встретиться, переговорить, может быть, что-то еще возможно. Накануне того дня, когда должно было состояться свидание, и когда мы еще не знали, поедет ли кто и кто поедет, и сколько, мы показали в колонии ту самую старую нашу картину о 7-А классе. Оказалось, что Игорь Матвеев смотрел ее впервые. Как умру я, похороните меня на Украине, милый, пусть среди широкой степи выройте могилу. Чтоб лежать не на кургане, над рекой могучей, чтобы слышать, как бушует старый Днепр покручей. Достаточно. Ой. Ну вот, давай вспомним. Шевченко был крепостным человеком. Значит, он кому? Людям, которые будут бороться против крепостного права, будут за свою свободу, за свою независимость бороться. Вот кому адресовано. Вот поэтому, как нужно... Послушай внимательно, прочитай, пожалуйста, снова, если ты понимаешь. Вот начинай отсюда, и меня вот отсюда. Начинай отсюда читать снова, потому что ты прочитал нехорошо. Сядь прямо. Прямо сядь. Пожалуйста, Игорь. Ведь ты же обращаешься к людям с чем? С призывом. Завещаешь им. Так что же ты им завещаешь? И меня в семье великой, в семье вольной. Но не забудьте, помяните добрым, тихим словом. В конце концов, поехать на свидание с Игорем решились только пятеро. Да и то не сразу, и не без помощи учительницы. Почему? Они сами скажут потом. А пока давайте присмотримся к ним и поговорим о том, как все-таки люди находят свое место в жизни, кто помогает им и как. Вот, к примеру, сосед Игоря по парте, Гена Мастер. Тот самый, чье лицо выражало радость и в то же время негодование. Теперь он действительно мастеров, высококвалифицированный рабочий. Но ведь он очень реально мог оказаться рядом с Матвеевым. Оба росли без отцов, оба, неважно, учились. Но после школы пути их разошлись. ПТУ, армия и особенно завод, добрые традиции, товарищество рабочих помогли ему определить себя, понять, что он нужен тем, кто его окружает, и они нужны ему. В такой атмосфере и Матвеев мог бы стать иным человеком. А еще рядом с Геной была бабушка, человек добрый и сильный,
Это она привела внука на свой родной завод. Вообще, начальство им восхищается. Насчет работы он молодец. Никогда он ни опозданий, ни прогулок не делал. Никогда он ничего. Но немножко нервный. Нервный у нас. Я сказала, будет внук или внучка, правнук или правнук. Гена ненавистна на меня. Я тобой наелась. Вот так, я говорю, хватит. До 25 лет за руку водила. Вот еле-еле Люда сдала, не знаю, сдасть она его куда. Я буду теперь деда искать и все отделяться от вас. Да. А где у вас? Демьяна Бедного, из Сосновского парка, зеленая зона. Генке, конечно, разъезжаться не хотелось, но чтобы потрафить бабки, он действовал изо всех сил. На трамвае, так рядом. На трамвае 5 минут вам ехать, на 22-м, сразу здесь 22-й трамвай. Да тоже. Ну давайте, значит, я наверное. Там еще район такой, слушай, унылый, ничего нет, ни хвостика нет. Да вы что? У меня приятель, что он в Милосердске живет. Ну, а что вы хотите? Ни деревца, ни клумбочки. А? Что? Вы нас через дорогу перейдете, вот такие вот деревья. Парк, самый Сосновка. Сосновка, это вы не с этой же стороны, со Светлановской, с того же. У нас через дорогу прям Сосновка. Через дорогу, что? Ну вот у вас только что блочный дом, конечно. А мне кажется, что блочные дома... Думать, о чем? Мы живем уже 7 лет, жили, и ничего. Я ж никуда не уезжала, я ж все время с ним. А уж теперь я буду прабабушка. Ну, это надо ж мне, я должна, это правильно. Ну вот, как вы оставили матери? А? Оставили матери? Матери. Не... Матери. Господи. Дочка-то ваша. Дочка? Или сын, и он-то, ребенок. Внук, это с дочерью. Господи, не врубиться никак. Нет, ну я не поняла. Записали, да? Я немножко... Чего? Да, записали, адрес приедут, посмотрят. Ну, приезжайте, посмотрите. Ну, хорошо, тогда во вторник. Ничего из этого обмена не получилось. А бабушка, представьте себе, успокоилась. Да и Гена, может, впервые почувствовал, как дорог ему этот человек. В то утро ни мы, ни они не знали, чем кончится эта поездка. Готовы были к худшему, но старались не думать, не говорить об этом. Просто ждали. Быть может, только учительница была спокойна или делала вид. Она много лет отдала школе. Через ее руки, перед ее глазами прошли сотни ребят. Казалось бы, она научилась понимать их, угадывать их поступки. Но Игорь проглядела. Труднейшая в нашей жизни профессия. Все знают, что она требует не только знаний, но и таланта воспитателя. А как понять, есть ли он у тебя? Катя Гусева, та самая девочка, которой Матвеев подарил фотографию кошки, тоже была собралась в педагоги. Окончила вуз, но пошла в пионерскую газету. Что было тому причиной? Влияние ли отца журналиста? Или, может, неуверенность в собственных педагогических способностях? Сказать трудно. Хотя ведь работа в такой газете – это тоже педагогика. Воспитание чувств, веры, долга, мудрости, человечности. Все внимание на Ольгу Ивановну, она вам все покажет. И слушайте, я улыбаюсь, пожалуйста.
Еще раз, пожалуйста. Вы поярче улыбайтесь, чтобы они тоже опять не в конце. Ведь мы же хотим как будто бы рассказать об этой девочке, которая спасла его, да? Ну, она подошла, бросилась бежать к озеру и так далее. Она что, хорошо плавает вообще? Так она... Ну, она не плавала, она туда не ныряла за ним. Она его вытащила просто так рукой. Да. Но если она его вытащила просто так рукой, так тогда она вообще ничего такого не совершила. В общем-то. Понимаешь? Потому что когда шел разговор о материале предназначения... Ну как это не совершило, если спасли человеку жизнь, интересно? Она, не окажись она здесь, вовремя она не сориентируется, он бы захлебнулся и все. А важнее, да это же дело было в купальне, а не в озере. Какая там глубина, вообще говоря? Это было за купальней. Вот это вот купальня, а он туда уже упал. Ведь это сказано там есть фразы. Как это не совершило, если спасли человеку жизнь? Что может быть выше, достойнее? Спасти жизнь. Спасти человека, попавшего в беду. Рассказывать о таких поступках – это и значит помогать. Воспитывать стремление к добру. Нетерпимость к злу. Учить гуманизму. Одному из главных правил нашей жизни. Тому самому, который приступил Игорь Матвеев. Сразу находит свое место. Женя Богушев. Тот самый, который, помните, часто выражал свои мысли вслух, что, по его мнению, не нравилось учителям. Он успел поучиться в институте, послужить в армии, поработать лаборантом. Наш приезд в Ленинград совпал еще с двумя событиями в его жизни. Он стал таксистом и отцом. Но если одно радостное событие принесло вполне ожидаемые хлопоты, то другое оказалось со всех сторон неожиданным. Женя представлял, что за рулем такси он будет принадлежать исключительно себе. Будет хозяином своего положения. И стоило Богушеву по случаю рождения дочери прийти на работу в не совсем свежем виде, он тут же испытал на себе всю принципиальность и силу воздействия коллектива. Ты его знаешь, будет нормально, если он будет так, в общем-то, относиться по делу к товарищам своим. Будет нормально. Должно быть нормально. Мне кажется, они за него возьмутся и крепко. Забот и хлопот в Жене Богушева сейчас много.
Что ни говори, ведь все требует и сил, и времени. Вы помните, у меня еще были после сессии, мы с вами договаривались, что вы к 5 марта... Вот здесь написано все четко, верно? И тем не менее, что случилось с вами? Вы курсовика действительно ни одного не ждали за ждал. Эту помощь? Да, нас как, когда? Нас так, сейчас. По направлению как... брали направление? Вот направление я не брал, потому что я экзамен сдал в этот день, никуда не знаю. Ну, фактически вы его не сдали, это все на уровне... Ну, у меня в зачетке все поставлено, там все ставится, я Новикову сдавал, Вячеслав Васильевич. В общем, так, вы берете лист бумаги и пишете мне заявление с учетом вашей просьбы и с объяснением причины, почему вы оказались в таком положении. Потому что, по идее, вас, конечно, ну, мягко говоря, как минимум отчислять надо. Наблюдали мы нынешнюю жизнь Жени Бобышева и думали, сколько же людей хлопочет о нем. Впрочем, только ли о нем, о каждом из нас. Мы не замечаем этого, не задумываемся, потому что привыкли. Так устроена наша жизнь. Сережа Сухиашвили в 7 классе сидел за последней партой. Ничем особенным не выделялся, однако будущее свое определил решительно. Отличается большим разнообразием. Плац, учебные классы, тренировки. Изо дня в день наедине с одними и теми же. Сколько же все это требует терпения, настойчивости. Разом, есть? Мы снимали Сергея, а из головы не шел Игорь Матвеев. Дотяни он до армии, как могла бы повернуться его жизнь? Столько трудных подростков возвращается из армии неузнаваемыми. Это та самая школа, которая учит видеть в мужестве высшую доброту. Школа жизни. Значит, второй куплет. Дни и ночи у мартеновских печей. Не смыкала наша родина очей, да? А у нас получается... Здравствуй, мама. Кто здравствуй, мама, а кто дни и ночи? Направо. Во. Шагом. Марш. Второй куплет песни «День Победы». Сзади. Вась. Дни и ночи. У мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи. А вообще Сергей военный инженер. И первая его забота – техника. Но техникой-то должны управлять люди. Не только умом, но и сердцем, понимающие, что им доверено. Давно и точно сказано. Быть человеком – значит чувствовать свою ответственность. За все, что вокруг, и за всех, кто рядом. Итак... На призыв учительницы откликнулись 5 из 22 присутствовавших на встрече. Мы не осуждаем других, хотя трудно понять, почему не поехал ближайший друг Игоря Коля Субботин, и почему поехала тихая девочка Оля Юсупова. Вот она в 7 классе. Она сидела позади Матвеева.
Своим воспитанием Оля, пожалуй, более всего обязана хорошей и дружной семье. Во всяком случае, воспитанием тех качеств, которые ранее называли душевными. Она унаследовала и семейную профессию. Стала инженером-строителем. В проектном институте быстро приобрела авторитет, и молодежь выбрала ее комсоргом отдела. Оля согласилась поехать на свидание к Матвееву сразу, без уговоров. Что общего между пьяницей, бандитом и этой хорошенькой, интеллигентной девушкой? Почему один человек откликается на чужую беду, а другой делает вид, что ничего не происходит? Откуда берется равнодушие? Говорят, современный человек живет в условиях, которые требуют торможения эмоций. Нельзя, дескать, на все реагировать остро, свихнешься. Это естественная защитная реакция. Но не до равнодушия же. Человек не может быть один, не может без других людей. Это противно его естеству. Ему нужно кому-то помогать, кого-то любить и быть любимым. Наконец, ему нужно просто общаться, чувствовать на себе чей-то взгляд, чье-то внимание. Естественно, наше желание жить в окружении нормальных людей. Добрых, веселых, красивых, умеющих черпать радость и дарить ее другим. Но мы не можем изолироваться от ненормального, пока оно существует. Не можем отвернуться от него, закрыть глаза, потому что тем самым способствуем его живучести. Мы не знаем, на что способны до тех пор, пока жизнь не проверит нас в конкретном деле. Правда, можно уклониться ради собственного спокойствия. А если все-таки испытание состоится?
чуть не впервые в жизни они должны были увидеть убийцу. И одновременно хорошо знакомого им человека. Одно с другим никак не соединялось. Ну вот ты тоже не знал? Ну вот видишь. А Евген, ты как? Я женился. Года два назад. У него дочка недавно родилась, поздравь его. Дочка вот. Я так вспомнил тебя и вспоминал, как мы с тобой сидели, списывали. Бездельничали, короче. Да, бездельничали. Да. И как ты ножки подставлял там где-то кому-то. Первой нашей реакцией было недоумение. Как же так? Какие там подножки? Какие улыбки? Видят ли они в нем преступника? Ведь он убил человека. Пусть непреднамеренно, но убил. А если б тот убитый был их отец, брат? А с другой стороны, давайте подумаем. Суд по закону наказал преступника. Но ему сохранили жизнь. Через несколько лет он будет на свободе. Среди нас. Как нам быть? Презреть? Отвернуться? А может протянуть руку? Разделенные глухой стеклянной перегородкой, они, конечно, не думали об этом. Они одним чутьем нащупывали нужный путь. Искали в прошлом поддержку. Кто знает, может именно в этот момент начиналась в них та особая духовная работа, которую ждала учительница. Рождалось сознание собственной нужности друг другу и бывшему их однокласснику. Считали, что, в общем-то, эта поездка не должна состояться, потому что мы-то не нужны Игорю. Я, например, не видела никакой пользы в том, что мы поедем. То есть исправить, казалось мне, это нелепостью совершенной. А еще зачем? Посмотреть на него, это не тот вариант, чтобы просто смотреть. Я думал, что встретимся с человеком, в общем-то, ограниченным своими мыслями и уже нечувствительным человеком. Ну, он уже ничего, ему все безразлично, уже что жизнь для него потеряна и так далее. Почти все время отгоняешь от себя мысли о том, что сидит перед тобой человек, который убил человека. Если, в общем, видишь одноклассника. Иногда, если эта мысль мелькает, то, в общем, видишь, что человек изменился, и уже видишь нужность того, то, что ты вот с ним разговариваешь, и чтобы он дальше уже был человеком. Ну, по-моему, основная эта проблема еще. Игорь, когда выйдет из этой колонии, мы должны будем его поддержать. А поддержать не просто так, здравствуй, Игорь, ах, как мы рады, наконец-то ты на свободе. А ему отдать, значит, свой досуг, свое время. А у него нет ни семьи, ни друзей. То надо вот себя в каких-то таких моментах где-то, может быть, переламывать. То есть, ну, как-то более сознательно подходить к тому, что, может быть, ты людям нужен. Может быть, ты людям нужен.
Да. Есть понятия, которые нельзя просто выучить чужих слов или по книжке, как урок. Их нужно пережить, чтобы сделать своими. И можно тысячу раз твердить, мы нужны друг другу, чтобы бороться с бесчеловечным, бороться за каждого. Но в тысячу раз важнее понять это душой и действовать. Самое простое – научить человека грамоте. Труднее сделать мастером полезным обществу. Самое трудное – воспитать в его сердце добро, внимание к окружающим, ответственность за все живое, за счастье. Но эта задача – самая достойная человека, каждому и всегда.